Доброе утро, мои дорогие. Начало протест. Флешмоб. Протест, флешмоб. Кому как нравится возле апелляционной палаты. Конечно, нарушают, но они же нас не слушают. Я приду сразу же сюда, нас сразу будут просить. Господа полицейские, можно задать вопрос? Вы разве не нарушаете законодательство? Находясь в оружии, стабильном моменте на массовом мероприятии. Я понимаю. И причем в такой близости сейчас, но сейчас массовое мероприятие. По интербэм. Ну, да, по инкурсу, ну, колкас пришла. Ну, коргем же лицо. Синтез. Як перевірила маніфестації не публічні, ла поліції скрій коре. Ну, і кандем екзамен ла армі. Чи спонь? Ну, знову зачинити метод, як його послухати. А що, Олег, ти спонь? Ви гофу, одному поліцейському. Знову бачимо, що пропаганду дійсно. А свій що відіти, ну, нормалко. Ну, потім сам тачим камеру, не тачим партію. Bună ziua, stimați colegi! Bună ziua, mersi frumos că v-am văzut astăzi aici în fața acestei curții de apel. Cum o numim noi, este o instituție capturată. În ziua de astăzi, nu mai știu dacă sunt instituții care au rămas să muncească și să lucreze pentru binele poporului, pentru binele și prosperarea națiunii și pentru binele noastre și copiilor noștri. La momentul dat, noi încoace am ajuns să ne expunem gândul nostru, să ne expunem o părere care nu este cea egală cu părerea conducerii și cu părerea statului. La momentul dat, justiția ne dă într-o parte, nu ne permite și ne înlătură de la un scrutin electoral, de la un moment electoral care ne dă posibilitate să ne expunem și noi gândul nostru, să ne prezentăm candidatul nostru din partea politică, blocului Victoria Pobeda. La momentul dat sunt niște exprimări în baza cărora noi nu suntem înregistrați în această campanie electorală, deci este că am încălcat un șrift. Posibil acest șrift de pe acest plancard, unde noi cerem justiție corectă, ne va permite să fim înregistrați în baza de date și CEPO ne va auzi. Cerem la momentul dat toată justiția care se află aici, în cipul acestei clădiri, să ne permite nouă, să ne permite reprezentanții poporului să fim înregistrați, să fim auziți de popor și să avem posibilitatea să aducem vocea noastră în mediul și în social. На данный момент это захваченное здание. Мы находимся в захваченном государстве. Разве это демократия? Разве это свобода слова? Скажите мне, когда вы выходите на улицу, когда вы выходите из дома, вы хотите знать, что вы находитесь в безопасной стране. Безопасность – это не только физическая безопасность. Безопасность существует еще и ментальная безопасность. Безопасность существует на уровне юстиции и на уровне закона, который главенствует в нашей стране. Это Конституция. На данный момент Конституцию растоптали. На данный момент этой Конституции не существует. В Конституции прописано право слова на самоизлияние, в Конституции прописано право слова на самовыражение, и в Конституции прописано, что мы являемся нейтральным государством. Сейчас, на данный момент, данное государство, данные представители власти растоптали нашу Конституцию. Мы являемся суверенным государством, в котором четко и грамотно провозглашено, что мы являемся по статусу военным, и мы придерживаемся военного нейтралитета. Что такое военный нейтралитет? Это не вхождение в любой военно-политический альянс. На данный момент альянс НАТО находится у наших границ. Мы та страна, которая следующая желает быть по их мнению и требованию, что мы вошли в состав военного блока НАТО.